Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это «Открытая студия», совместный проект «Радио Рекорд» и телеканал «Арктик ТВ». Я ведущий Николай Дукмас. В гостях у нас сегодня представитель организационного комитета фестиваля «Териберка» Денис Мальцев. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать у нас в гостях. Прежде чем мы приступим к диалогу, как я и предупреждал вас за эфиром, в начале короткий дайджест новостей, а также обращусь ко всем, кто присоединился к этому вещанию. «Открытая студия» выходит в прямом эфире. Это значит, что у каждого зрителя и слушателя есть возможность подключиться к нашей беседе, задать свой вопрос или прокомментировать тематику самостоятельно. Дозвонившись по номеру телефона 9945, это можно сделать, или отправив сообщение на один из наших интернет-мессенджеров Telegram и Viber, привязанных к номеру +7 921 708 2006. Итак, к новостям. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о выделении транша в 900 тысяч рублей Министерству внутренней политики региона. Средства поступят из резервного фонда правительства Мурманской области. В виде бюджетных субсидий средства будут распределены между муниципальными образованиями региона. Они предназначены для реализации мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурного развития народов России, проживающих в Мурманской области. Следующая новость. Ярмарка «Наша рыба» начинает путешествие по Мурманской области. Первый город, где она становится, первым городом станет Кола. Это будет 14 августа на площади перед Кольским районным центром культуры. Об этом сообщили в администрации Кольского района. Ярмарка продлится с 11 до 17 часов. В программе запланированы также выступления местных коллективов. И последняя новость. Первый в истории хоккейный клуб «Арктика». Их матч окончился победой. Соперником наших хоккеистов выступила команда СКА «Гаур Карелия», которая представляла училище Олимпийского резерва в Кондопоге. Матч завершился победой «Арктики» со счетом 4-2 в пользу наших молодцов. С чем их и спешим поздравить. Замечательно. Давайте дальше больше, как говорится. Ну а сегодня мы пообщаемся о 6-м арктическом фестивале «Териберка». Прежде чем я наконец-то дам возможность и вам немного поговорить, я очень люблю слушать свой собственный голос, зачитаю лид, предоставленный нашим выпускающим редакторам. А в Мурманской области, для тех, кто вдруг не в курсе, 21 и 22 августа пройдет 6-й арктический фестиваль «Териберка». Это стало возможно благодаря улучшению эпидобстановки в регионе и послаблению ограничений. В этом году фестиваль вошел в культурную программу председательства Российской Федерации в Арктическом Совете и пройдет под эгидой МИД РФ. На самом деле, сейчас, наверное, огромное количество, хотел сказать, наверное, практически каждое, но будет некорректно, но огромное количество структур, специалистов и так или иначе заинтересованных людей просто гудят Арктикой, «Териберкой», тем, что там будет происходить. Банально, за эфиром я проверял свои рабочие соцсети, и половина человек, которые я даже не знал, что они как-то могут быть сопричастны у них в историях и каких-то публикациях, все над тем, что вот мы готовимся, вот мы делаем то, вот мы делаем другое. Давайте вот начнем прямо с верхов, вот в двух словах, что это такое? Что он из себя представляет? От чего такой ажиотаж? Фестиваль «Териберка» — это событие, которое стало традиционным и набирает безумную популярность, потому что мы его проводим со смыслами. Мы закладываем туда развитие территории, мы делаем акцент на туризм, мы развиваем гастрономическую историю и арктическую кухню как отдельное направление. Все это благодаря фестивалю «Териберка», который привлекает к себе внимание. Благодаря проведению фестиваля в «Териберке» начинает появляться инфраструктура, начиная от ресторанов и заведений общественного питания, заканчивая гостиницами, хостелами. Какие-то бизнес-решения. Какие-то бизнес-решения. Инвесторы очень сильно интересуются данным направлением. Есть проекты, которые готовятся к реализации, либо уже реализуются и откроются в ближайшее время. Поэтому, конечно, фестиваль «Териберка» стала фундаментом для того, чтобы там начала зарождаться действительно новая жизнь. Ну, то есть, если кто-то думает, что это какой-то условный рейв с хорошим там настроением при отличной солнечной погоде, этот человек очень далек от истины. Это более глубокое и комплексное мероприятие. Да, это более комплексное. Рейв в скалах, он действительно будет, но это одно из программных мероприятий. И сама программа очень обширная. Она не раз менялась с учетом переноса фестиваля, который первоначально, я думаю, что многие знают, что фестиваль был запланирован на июль, но эпид-обстановка нам не позволила его провести в первоначально установленный срок. Ну вот да, срок. Сейчас пришли послабления, в общем-то, потихонечку все пытаются начать дышать полной грудью. Очень здорово, что нам не пришлось отложить эту замечательную историю аж до следующего года. Ну и осенью, наверное, было бы не так комфортно и приятно проводить такого рода мероприятия. Да, это все-таки лето, это август, и вот совсем скоро он пройдет. Все готовятся, многие переживают. Мы, наверное, сегодня успеем пройтись по, скажем так, к общему концепту, что он из себя будет представлять. Вы говорите, что он стал традиционным, ежегодным для нас. Какие-то ключевые интересные изменения или новые смыслы в этом году заложены в лейтмотив?
Ну, смотрите, что касается новых смыслов. Прежде всего, мы за традиции. И традиционно фестиваль базируется на трех составляющих. Это еда, это музыка и это кино. Поэтому все эти три площадки в обязательном порядке переходят из фестиваля в фестиваль. Спорт... Три кита Териберки. Да-да-да. Что касается других направлений, экология, спорт, это также мы все... Ну, включаете, включаем в программу, да. У нас будут и спортивные локации на фестивале, и можно будет полетать на вертолете и отправиться на морскую прогулку. По экологии мы проводим субботники, и запланирован следующий, дата пока уточняется. Первый, я думаю, тоже многие слышали, мы в конце мая провели большой туристический субботник в Териберке, где более 300 человек собрали более 1300 мешков мусора, не считая крупногабаритного. И такие мероприятия... Видимо, придется повторить подобное уже после фестиваля. Это я опережаю к вопросу о том, как вы думаете, какое количество людей, ну, сколько мы ожидается. Просто не до конца понятно, вроде послабления у нас ввели, мероприятия можно проводить, но все равно и педограничения, они же... На самом деле, загадывать и точное количество людей сейчас очень сложно, и фестиваль не проводился в прошлом году, очень большой ажиотаж, интерес к этому фестивалю, но в то же время многие люди переживают и боятся... приходить на событийные мероприятия. Мы рассчитываем, что максимальная заполняемость территории фестиваля будет до 1000 человек, но мы понимаем, что человек, он не приходит с утра и два дня находится в Териберке. Он приезжает, посещает фестиваль, путешествует по локации и возвращается домой, либо остается в палатках. Поэтому, скажем так, 1000 человек — это пиковая нагрузка ориентировочно на локацию именно главной сцены. Ну, с такой нагрузкой, к такой нагрузке готовы, там, с ней можно будет справиться в этом плане. Какие-то трудности, помимо того, что, в принципе, ничего нельзя было делать, возникали при организации? Мне кажется, трудности возникают при организации любого мероприятия. Есть свои нюансы, тонкости. Первая трудность, с которой мы столкнулись, это перенос фестиваля с июля на август, потому что та концепция, которая у нас была разработана, она была подстроена под полярный день. У нас была очень обширная программа, и акцентов выстроено именно на этом явлении. То сейчас август, и это уже темное время суток наступает к вечеру. Мы немножко скорректировали формат. Пришлось заняться иллюминацией дополнительно. Малая часть из всех трудностей. Конечно, дорога, которая занимает большой промежуток времени, так или иначе, 2.5 часа туда, 2.5 часа обратно. Это надеемся, что в ближайшее время дорогу сделают, и Териберка станет еще доступнее для туристов и жителей. И если следовать той логике, что подобное мероприятие, оно и привлекает внимание не только гостей, там, любителей приятного отдыха, каких-то красивых мест, но и потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в том числе в развитии туризма в Мурманской области, то я думаю, что вот эти представления о доступности, ну, пожелание скорейшего, там, скорейшей починки дороги, ну, каких-то вот банальных вещей, то есть приведение все в настолько удобоваримый вид, чтобы не было, чтобы единственная трудность была это либо раздобыть собственное транспортное средство, либо найти человека, который тебя туда отвезет, чтобы вот только она и оставалась. Да, скорее всего, так и будет, но, опять же, надо надеяться на то, что мероприятие все-таки... Мы не будем скакать из года в год, я имею в виду. Здесь можем проводить, здесь не можем проводить. Все надеются, что эпидобстановка уляжется полностью. Я вот из оптимистов, я лично в это верю, должно быть хорошо. А что касаемо наполнения самого фестиваля, вот рейв там будет, все, это мы уже поняли. Но, конечно, вы не будете, я это обращаюсь к нашим зрителям и слушателям, мы не подразумеваем какой-нибудь Burning Man или что-нибудь в этом духе. Какое-то разнудство не планируется, мы все-таки люди за культуру, но музыкальная составляющая, то есть, да, это какая-то приглашенные группы или, может быть, наши диджеи тоже очень высокого уровня, они будут за музыкальное оформление, можно будет потанцевать. Хорошо, что еще? Главной площадкой станет музыкальная сцена, которая будет установлена недалеко от Териберского дома культуры, которая соберет наши местные группы и приглашенных хедлайнеров.
Не знаю, насколько у нас эксклюзивный эфир сегодня, и могу ли я... Кажется, он только что стал эксклюзивным. Я лично вам даю полное, делегирую все вот возможное добро на раскрытие программы. Программу мы сегодня будем анонсировать в наших соцсетях с хедлайнерами, которые примут участие. У нас три артиста приглашенных будет. Это Слот, это Аматори и это певица Мара. Но. Который... И это вы забыли дополнить круто. Прям отлично. Слот, Аматори и Мара. Три хедлайнера фестиваля. Да, это три хедлайнера фестиваля, которые будут у нас в этом году. Направление концерта и музыкальной сцены будет прежде всего рок-история. Если мы говорим о электронной музыке, то это уже сцена, которая будет в Скалах организована 21 числа. Угу. Дорогие друзья, вы только что стали свидетелями абсолютного эксклюзива. Этого еще не знал никто, даже я не посматривал в записи Дениса, хотя очень хотелось тоже. Вот эти эмоции отпечатались на лице абсолютно искренне и истинно. А почему решили сделать рок вот на этот акцент? Рок-фестиваль, он, в принципе, опять же, традиционно выходил. Не-не, я понимаю, что он традиционно, но наверняка же там продумываются какие-то концепции. Мне лично очень нравится рок. Но, наверное, одно из самых популярных сейчас направлений — это что-то, что раньше называлось хип-хопом. Ну, вот в ее нынешней итерации это несколько упрощенная где-то и более популяризированная музыка. Но, согласитесь, артистов тоже безумное количество. Они собирают там стадионы. И почему бы там, например, в этом году не сделать... Да, ладно, рок-н-ролл подождет. Там, давайте что-нибудь там лето, не Федук, какая-то вот такая история. Ну, смотрите, что касается фестиваля, опять же, вернемся к началу нашей беседы. Мы закладываем смысл. Угу. И для нас, прежде всего... Важны традиции, важна повестка, которая будет транслироваться. Поэтому... Поэтому выбрали музыкантов с большим социальным аспектом, да, их творчества. Да. Если говорить про следующие года, у нас уже есть идеи, как мы будем проводить эти фестивали в 2022 году, в 2023 году. Они в 2022 и в 2023 также пройдут под эгидой председательства России в Арктическом Совете. Поэтому там будет немножко уже скорректирована музыкальная программа. А вот эта эгида председательства России в Арктическом Совете, это плашечка, кроме красивого вензеля на новых визитках, оно что добавляет? Во-первых, это поддержка федеральных структур нашего фестиваля, а также позиционирование и продвижение региона. Угу. Это, наверное, та лидирующая позиция, которая помогает нам в проведении. Потому что одно дело, мы проводили до этого 5 фестивалей, которые носил региональный характер, теперь это международный и федеральный проект, который привлекает внимание не только жителей Мурманской области, но и жителей Москвы, Санкт-Петербурга. Я вот буквально на днях делал выгрузку с официального сайта фестиваля «Териберка», «Териберка Фест», и Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург — это вот примерно они все в равных долях по просмотрам, потому что интерес бешеный к фестивалю. То есть мы ожидаем, что не только соберем здесь всех заинтересованных в качественной музыке, вкусной еде и приятном отдыхе мурманчан и жителей Мурманской области, но будут в том числе и гости из крупных муниципалитетов. Да, из крупных городов, из регионов. Телефон наш разрывается от звонков, как можно приехать, как поучаствовать. Все соцсети завалены сообщениями, как можно добраться. А меня прям разрывает от огромного количества вопросов, но нужно сделать паузу. Мы подошли к рекламной, собственно, паузе. Вот такая... милая душа, это тавтология. Так что продолжим эту беседу где-то минут через полторы по ее завершению. Не переключайте FM-волну и свой телеканал. Реклама. Продолжает говорить и показывать «Открытая студия», совместный проект «Радио Рекорд», телеканал «Артик ТВ». Я ее ведущий Николай Дубмус. В гостях у нас сегодня представитель организационного комитета фестиваля «Териберка» Денис Мальцев. И впервые за трех- или пятилетнюю историю этой программы мы рассказали вам что-то, чего не знал еще никто, не слышал до нас. Это был первый эксклюзив в «Открытой студии». Мы узнали, кто станет хедлайнерами фестиваля «Териберка». Это будет три сильных артиста, ну, точнее, две группы артиста: Мара, Слот и Аматори. О чем сегодня сообщат подробнее со всей необходимой информацией в социальных сетях фестиваля, на остальных площадках, мы узнали первые. В первой половине программы
Мы выяснили и даты, и общее направление, но вот сейчас перешли к концепту и о том, какое количество гостей ожидается, о том, что фестиваль получил федеральную поддержку, и теперь это уже не просто хорошее, яркое мероприятие для где-то на Кольском полуострове. Теперь фестиваль Териберка, если так можно сказать, на официальной карте вот, мероприятий России, ну, таких больших, интересных ивентов, таких ярких событий, все, на географию точка поставлена в этом плане, это сильно, это сильное решение. Это поддержка теперь постоянного характера, да? То есть это не какое-то решение в плане... Это не разовая история. Да, да. Акция 2021 года. Нет. Ну, я просто не знаю, может быть, у нашего правительства есть такая штука. Давайте там раз в году кого-нибудь поддержим. Интересно ради. Нет, это постоянная будет поддержка, и нам важно ее сохранить, потому что фестиваль — это та история, которая помогает нам в продвижении, в том числе и в сфере туризма. Два дня будет идти фестиваль. Что еще ожидает гостей? Ну, вот помимо уже обозначенных там концертов в скалах и больших там рок-мероприятий. Опять же, мероприятие в этом году у нас состоится под концепцией объединения событийных мероприятий Мурманской области. Звучит так понятно и доступно. У нас есть ряд самостоятельных, очень крутых мероприятий в регионе, которые сами по себе уже стали брендом. Это, например, Имандра Викинг Фест, это кинофестиваль «Северный характер». И в этом году мы решили попробовать, надеюсь, дальше пойдет практика, и мы это введем на постоянку, подтягивать, делать некие мосты между мероприятиями и делать мини-презентации этих событий на территории фестиваля Териберка. Так, например, у нас будет отдельная точка фестиваля Имандра Викинг Фест, поэтому, который состоится, кстати, через неделю после нашего фестиваля в Мончегорске. То есть это будет трейлер грядущего фестиваля? Ну, так, да. Я уж киноязыком, почему бы не выразиться. Да, у нас будет кинопоказ фильмов в Доме культуры Териберки из коллекции кинофестиваля «Северный характер». Плюс у нас в зоне фудкорта будет работать фудтрак гастрономического фестиваля индустриального, который состоится в Никеле в сентябре. Поэтому здесь мы... Это новинка для этого фестиваля. Мы хотим посмотреть, попробовать, как это зайдет, и дальше уже будем подтягивать и другие событийные мероприятия, которые проходят у нас в регионе. Угу. Такое взаимообъединение и да. В качестве демоверсии предтечь грядущих событий. Да, это интересное решение. А раз уж за еду заговорили, вот, наверное, каждый уважающий себя ресторатор сейчас, ну, находится где-то в аврале, потому что все хотят себя хорошо показать и зарекомендовать. Мы активно продолжаем историю арктической кухни, насколько я понимаю, и Териберка Фест прямое тому доказательство. У нас будут представлены все вот эти колориты гастрономического характера. Да, арктическая кухня – это уже некий бренд, который известен не только на территории Мурманской области, но и в Москве. Мы постоянные участники всех крупных мероприятий в сфере гастроиндустрии. У нас в этом году планируется порядка 20 участников, которые будут работать в зоне фудкорта. Большинство из них участники проекта «Федерального гастрономическая карта России», с которым мы работаем уже с 2016 года. Также у нас параллельно фудкорту будет работать лаборатория арктической кухни, где шеф-повара и повара наших местных ресторанов будут обмениваться опытом, проводить мастер-классы по приготовлению арктических блюд, а также произойдет сертификация новых объектов общественного питания Мурманской области под эгидой гастрономической карты России. Это здорово. У нас была возможность и посетить несколько мероприятий, связанных с гастрономической картой России, и пригласить некоторых спикеров, кто так или иначе заявил о себе сюда, в открытую студию. Я с вами полностью солидарен относительно того, что арктическая кухня, в принципе, стала брендом.
и достаточно сильным. Отзывы людей из других городов, особенно если мы говорим о... Ну, всегда важно внимание крупных муниципалитетов. Мы всегда хотим одобрения столицы. Я думаю, это читается на любом уровне, от гастрономического до политического, от низших до высших эшелонов, вообще везде. И действительно отметили, что это хорошо, это свежо, это то, чего не хватало. Ну вот, если так мы будем говорить о том, о чем кормят в России. Вот, это сегмент, которого не хватало. Теперь он есть, он себя зарекомендовал и себя покажет, видимо, еще лучше. Вы отметили, что перед тем, как мы выходили на рекламу, я держал мысль в голове, что вот телефоны сейчас разрываются, и люди пишут, как попасть, как поучаствовать. С как попасть, ну, тут, я думаю, у меня вопрос не возникает, зачем пишут, зачем звонят, особенно те, кто будет ехать издалека, они очень хотят знать, что там будут места, что будет, где расположиться, что вообще будет, ну, там, внутрянку какую-то понять. А были ли какие-то истории, связанные с тем, что кто-то хотел подключиться к организационным моментам или... какой-то, может быть, забить для себя там отдельный кластер, чтобы себя продемонстрировать, но не из наших, не из территории Заполярья. Да, были. Мы постоянно получаем предложения от компаний, в том числе и федеральных крупных дистрибьюторов, о том, что они хотят сотрудничать с фестивалем «Териберка». Какие-то предложения мы рассматриваем положительно, какие-то отрицательно по тем или иным причинам. В любом случае для нас важно на фестивале поддержать местного производителя. Это понятно. Естественно, акцент будет на него, но все равно какие-то интеграции будут в этом году или вот планируются, может быть, еще? В этом году нет, но на следующий у нас уже есть планы. Угу. Я понимаю, что с точки зрения тематики фестиваля и его основной идеи, это, наверное, не очень хорошо, ну, потому что все мы знаем, когда у нас появляется нативная реклама, здесь, там, тут, то все это зарастает баннерами и теряется, в общем-то, колорит, который хочется сохранить. Но глупо отрицать или предполагать, что фестиваль, который набирает такой большой масштаб, плюс правительственную поддержку, что он останется, скажем так, не где-то подцепленным со стороны каких-то крупных инвесторов или интересных компаний, которые тоже бы хотели нам подойти. Но этот вопрос идет. Да. В данном случае. Стоит ли беспокоиться, все же я вот эту мысль свою, которую доведу до конца, кому-то из местных представителей, из наших, как это принято говорить, о том, что в следующем году будет тяжелее попасть и представить себя? Нет, в любом случае приоритет всегда будет местным товаропроизводителям и компаниям, которые осуществляют деятельность у нас в регионе. А если мы и будем привлекать крупных игроков, то они будут только в помощь и в усиление, но никак не взамен тех региональных участников. Я думаю, это именно то, что мы хотели бы сейчас услышать, приятно это знать. Помощь в организации фестивалей такого характера всегда осуществляется в том числе и волонтерскими командами. Как обстоят дела в этом году? Мы открыли набор буквально пару дней назад. Уже на данный момент больше 120 заявок для того, чтобы стать волонтером. Нам требуется порядка 60 человек для помощи. В любом случае, на следующей неделе у нас будет отбор. Заявки продолжают поступать, мы все их рассмотрим обязательно. Я правильно понимаю, что это будет волонтерский кастинг? Это не совсем будет кастинг. Я всегда считал, что чем больше, тем лучше в вопросах волонтерства. Териберка, она специфична своей удаленностью от Мурманска, от каких-то локаций, где можно разместиться, базироваться. Есть очень много тонкостей в организации событий в таких удаленных населенных пунктах и на малых территориях. Поэтому есть своя специфика. Какие-то волонтеры могут отработать только один день, да? Какие-то волонтеры могут отработать два дня подряд. С учетом того, что какие-то локации нам нужно закрывать только в один день в первый, какие-то локации только во второй, где-то локации есть на два дня. С учетом этой специфики в ходе собеседования мы будем уже понимать, на какую точку можно поставить это волонтера, какой объем работы он может закрыть собой, потому что, несмотря на то, что команда фестиваля самих организаторов уже сформирована полноценно, есть те моменты, которые физически невозможно будет отследить вовремя, и поэтому нам нужны так называемые хелперы, помощники, которые нам окажут содействие. Мне больше нравятся соглядаты, но хелперы тоже интересно. Скажите, а какие вообще задачи перед ними ставят? Вы вот там 120 человек уже подали заявку, сейчас слушают вас, такие, так, секундочку. Там что-то, по-моему, потяжелее, чем я ожидал. Это хотел просто на аматоре посмотреть. Задачи будут от
сопровождения первых лиц и почетных гостей фестиваля до распределения машин на парковке, контролю за уборкой мусора, работой точек, распределению потоков людей, консультация на самой площадке, заканчивая аккредитацией, да, средств массовой информации. Здесь нет единая задача есть. Это провести качественный и крутой фестиваль, который ждали 2 года. Задачи, которые будут стоять непосредственно перед волонтером, они у каждого будут свои и разные. Ну, это, я так полагаю, достаточно гибкий инструмент, но он будет видоизменяться. То есть нет какого-то прийти, и вот тебе сразу техническая записка, что можно делать. Надо быть на подхвате. Да, конечно. Все будут у нас взаимозаменяемы. А возрастное есть ограничение для волонтеров? Вообще возрастных ограничений нет. Единственное, мы рекомендуем от 18 лет приходите волонтерами, потому что так или иначе работа все равно тяжелая. Это работа на открытом воздухе. По прогнозу жары пока не ожидается, но все может измениться, поэтому детям будет сложновато. Это вся психологически история. Это все-таки работа с людьми, надо быть стрессоустойчивым человеком. Есть локации, на которые мы можем привлекать лиц до 18 лет, но в любом случае они все будут работать тогда по согласию от родителей. И... Понятно. Мы искренне надеемся, что все будет работать как часы, и фестиваль получится действительно таким, каким его запланировали. Жаль, что не получилось провести его в прошлом году. Видимо, в этот раз, в этом году нужно сделать в 2 раза мощнее, чем ожидалось, чтобы как бы покрыть с собой 2020 и эффектно заявить о себе в 2021. Мы будем стараться. Я в вас не сомневаюсь нисколько. Всю более подробную информацию можно легко найти в социальных сетях. Опять же, фестиваль Териберка, поиск через любую поисковую систему вам тоже выдаст необходимые ссылки на ресурсы. Изучайте, смотрите. 21-22 августа это дни, когда будет проходить фестиваль Териберка. На этом наша беседа заканчивается. Спасибо, было приятно пообщаться. Хороших вам выходных и всего доброго. Спасибо.